вообще туризм сам в Южном, как вот тебе кажется, с годами он имеет место быть в городе? Разрушается эта традиция или она поддерживается? Вот как ты ощущаешь? Я могу судить только по вот этим слетам, которые проходят раз в год. Приятно здесь видеть и старые лица, приятно видеть молодежь, которая с каждым годом появляется, и слава богу, что ее становится больше. Я не знаю, может быть, в Южном еще как-то развивается туризм. Конечно, по-хорошему должна быть еще секция туризма. Я про нее не слышала, но это не значит, что ее не существует. Я просто этим не так сильно интересуюсь. Угу. Ну, что ты можешь сказать? Выводы, конечно, еще рано делать, потому что сегодняшний день еще не завершился, но все равно, вот как тебе вот по твоим ощущениям, как все? Мне в этом году очень нравится. Мне даже кажется, что это один из лучших слетов, из которых был, потому что, во-первых, как я уже сказала, здесь участвуют дети. Я видела эти горящие глаза детей, когда они проходили все эти этапы, и восторг преподавателей, которые видели плоды того, что они с этими детьми сделали с помощью специалистов альпинистского клуба «Скиф». И, в принципе, вчера на такой позитивной ноте это все закончилось, с награждением победила команда третьей школы, которой я являюсь выпускницей третьей школы, и мне, конечно, это очень отрадно, это все узнать и наблюдать вообще за самой этой командой. По взрослым командам еще рано делать выводы, но то, что здесь участвуют уже профессиональные альпинисты от альпинистского клуба «Одесса», это уже говорит о немножко такой, о более высоком уровне этих соревнований в этом году. И видно, что у ребят вообще настолько все здорово, так быстро и, на первый взгляд, легко получается, что кажется, что любой может это сделать. И мы видим по другим командам, которые тоже далеко не первый год участвуют, но некоторые этапы даются со сложностями. Но это значит, что есть к чему стремиться, нам нет предела совершенства. И альпинистский клуб «Одесса» это показал. Спасибо большое.